Здравствуйте, Давид. Меня зовут Ахназар. У меня есть сын, зовут его Жанибек. Ему 2 года и 10 месяцев. И этим летом мы начали замечать за ним некоторые особенности, то есть он у нас вообще не разговаривал, не ходит в туалет, не откликаясь на свое имя, был минимальный зрительный контакт. И мы сходили к неврологу. Невролог поставил нам диагноз аутизм. И также этим летом мы открылись на ваш канал Бир Давид и решили обратиться к вам за помощью. Наши главные симптомы – это то, что, как я и ранее говорил, у нас нет зрительного контакта. Он не ходит в горшок, он не выполняет команды, самые обычные, не откликается на свое имя, не говорит ни папа, ни мама, сам по себе он в своем мире. И просим вас помочь нам.